Самара войдет в туристический маршрут по городам ПФО «Великий Волжский путь». Всего в нем планируется включить 14 городов округа. Как отметили в региональном департаменте туризма, 41% всех круизов по рекам России проходят по берегам Волги. Это тот потенциал и ресурс, который нужно продвигать совместно, объединяясь с соседями. Популяризировать туристические бренды нужно не только на территории нашей страны, но и за рубежом.